Здравствуйте, дорогие зрители наших видеоуроков! Мы продолжаем путешествие по Кыргызстану. В предыдущем уроке мы с вами научились разговаривать на тему погоды и кинотеатров, а сегодня мы будем учиться разговаривать на кыргызском языке в кафе. Когда вы придете в кафе, официант поздоровается с вами, сказав «Кутмандуй күніңіз менен», что будет означать «добрый день». А вы в ответ скажите «Кутмандуй күн», что будет взаимным приветствием. Затем, когда вы присмотрели понравившийся вам стол, спросите «Бул үстөль бошпу?», что будет означать «Свободен ли этот стол?». Давайте повторим. «Бул үстөль бошпу?». На это вам ответят «Оба, бул үстөль бош», если столик свободен, или «Джок, бул үстөль бош эмес», если стол зарезервирован. После того, как вы со своим другом сели за стол, попросите у официанта меню, сказав «Аш ты змени берип койосус бу», что будет дословно означать «Можно ли меню?». Кутманды күн үзер мен? Кутманды күн. А бул үстел бош бу? Ова, бул үстел бош. Келіңіз. Аш ты змени берип койосус бу? Келіңіз. После того, как вам принесли меню, вам с другом нужно решить, что вы будете заказывать. Скажите «Сиз эмне джейсиз?», что будет означать, что вы будете кушать. Давайте повторим «Сиз эмне джейсиз?», на что ваш друг может ответить «Лагман джейн», что будет означать «Я буду лагман». Вместо этого блюда вы можете назвать любое другое. Пало джейн, манты джейн, бешбармак джей. Если ваш друг хочет попробовать что-то из национальной кухни, он скажет «Мен улуттук тамактардан джеп көргум гелет». Давайте повторим. «Мен улуттук тамактардан джеп көргум гелет». На это вы можете предложить ему одно из национальных блюд, например, бешбармак. Скажите «Анда бешбармак алыңыз», что будет в переводе означать «Тогда возьмите бешбармак». После того, как вы определились с основным блюдом, спросите у вашего друга, что он будет пить. Скажите «Сиз эмне и че сиз?», что в переводе будет означать «Что вы будете пить?». Давайте повторим. «Сиз эмне и че сиз?». Ваш друг может сказать «Сусап турам», что будет означать «Я хочу пить». А затем он может добавить «Хара чай и чеин», что будет значить «Я буду черный чай». Если вы тоже будете пить черный чай, скажите «Анда мен дагы кара чай ичем». Теперь ваша очередь повторить. Айран ичем. Я буду пить кефир. Кымыз ичем. Я буду пить кумыс. Кок чай ичем. Я буду пить зеленый чай. Сиз эмне жейсиз? Мен улуттук тамактардан жеп көргүм келет. Анда сиз палоо алыңыз. Макул. А эмне ичесиз? Сусап турам, кара чай ичейин. Анда мен дагы кара чай ичем. Решите с вашим другом, что вы будете на десерт. Скажите, десертке эмне алалыз? Что будет означать, что возьмем на десерт. Давайте повторим. Десертке эмне алабыз? На это ваш друг может ответить балмуздак алалы, что будет значить, давайте возьмем мороженое. Вместо мороженого вы можете указать любой другой десерт. Затем вы можете ответить «Маку, анда мен ваниль кошулган балмуздак алам», что будет значить «Хорошо, тогда я возьму ванильное мороженое». А ваш друг может выбрать другое. «Мен кулпунай кошулган балмуздак алам», что будет значить «Я возьму клубничное мороженое». А десертке эмне алабыз? Балмуздак алалы? Макул, анда мен ваниль кошулган балмуздак алам. А мен кулпунай кошулган балмуздак алам. Когда к вам подойдет официант, он спросит «Сиздер буйрутма бергенге даярсыздар бы?», что будет значить «Готовы ли вы сделать заказ?». Если вы еще не готовы, скажите «Кечересис беш минуттен кийин келиңиз», что будет значить «Извините, подойдите через 5 минут». Если же вы готовы, ответьте «Оба!». Бизге бир бешбармак, бир фрикасе, бир чайник кара чай. Жана десертке эки балмуздак бериңиз.
переводе это будет означать «Да, готовы». Нам, пожалуйста, одну порцию бешбармака, одну порцию фрикасе и чайник черного чая. А также на десерт два мороженых. После того, как вы сделали заказ, официант скажет «Гутотур муздар, сиздерден буйрут маңыздар, отуз минут туничинде даяр болот». Что будет значить «Подождите, ваш заказ будет готов в течение 30 минут». Вместо 30 минут официант может назвать любой другой промежуток времени. В таком случае вам может пригодиться урок по изучению числительных в кыргызском языке. Он скоро будет доступен на нашем сайте. Сіздер бұйыртма бергенге дайырсыздар ба? Оба, бізге бір пало, бір фрикасе, бір чайнек карачай, жана десертке екі балмуздақ беріңіз. Бұйыртмаңыздар 30 минуттың ішінде дайыр болады. Күте тұрыңыздар. Когда официант принесет вам ваш заказ, он вам пожелает приятного аппетита фразой «Тамағыңыздар аш болсун». Давайте повторим. «Тамағыңыздар аш болсун». На что вы можете ответить «Чон рахмат». Это будет значить «Большое спасибо». Если вы закончили кушать и хотите, чтобы официант забрал пустые тарелки, скажите «Бош идиштерди алагетинисчи». Теперь ваша очередь повторить. Вы хорошо провели время в кафе, и теперь пора уходить. Попросите у официанта счет, сказав «Эсеп ты берип койосус бу». Давайте повторим это предложение. «Эсеп ты берип койосус бу». Официант принесет вам счет и скажет «Мна сиздердин эсеп», что значит «Вот ваш счет». «Бул жердин тамагы мага жакты». «Мне понравилась еда в этом месте». «Сиздердин тамагыңыздар мага жакты». Мне понравилась ваша еда. Тамагыңыздар дамдуу экен. Ваша еда вкусная. А теперь просмотрим весь диалог. Кутманды күнүңүздөр мен? Кутманды күн. А бул үстөл бошпу? Ооба, бул үстөл бош. Аштыз мени берип коесузбу? Сіз әмне жейсіз? Мен ұлттық тамақтардан жеп көргім келеді. Анда сіз пало алыңыз. Мақол. А әмне ішесіз? Сусап тұрам, қара чай ішей. Анда мен дағы қара чай ішем. А десертке әмне алабыз? Балмұздақ қалалы? Мақол, анда мен ваниль қошылған балмұздақ қалам. А мен құлпынай қошылған балмұздақ қалам. Сіздер бұйыртма бергенге дайырсыздар ба? Оба, бізге бір пало, бір фрикасе, бір чайнек қара чай, жана десертке екі балмұздақ беріңіз. Бұйыртмаңыздар 30 минуттың ішінде дайыр болады. Күте тұрыңыздар. Тамағыңыздар аш болсын. Рахмат. Шашындай. Бош идиштерді ала кетіңіз ше? Мазыр. Сіздердің тамағыңыздар маға жақты. Аш болсын. Есепті беріп қоясыз ба? Мақұл. Мына сіздердің есеп. Алыңыз. Тамағыңыздар абдан дамды екен. Рахмат. Данный диалог был составлен по учебнику Гульмиры Душеевой «Кылым карыткан тил». С вами была Марджана Кадырова. Изучайте кыргызский язык с нами!